Скупщики молока в Алтайском крае устроили ценовой сговор. Об этом сообщили региональные антимонопольщики. Сотрудники ведомства установили, на ценовой сговор пошли сборщики молока в Усть-Калманском районе. Это показала проверка, которую управление организовало после жалоб владельцев личных подсобных хозяйств района. В ходе расследования выяснилось, что закон нарушили Барнаульский молочный комбинат и два ИПшника. В ближайшее время ответчиков ждут предписания и штрафы. Добавим, что на рассмотрении антимонопольной службы края сейчас находится дело по признакам ценового сговора в Поспелихинском районе.